Привет, друзья! Сегодня специально для проекта «Ты и спорт» Сергей Сапак покажет нам классные упражнения на развитие верхней части нашего тела, плечи, руки. Сергей, покажешь? Да. Расскажи немножечко о том, что будет это за упражнение и как мы их будем выполнять. Это будет упражнение от известного путешественника Голтиса. Знаю такого. Да, которое одно из упражнений, которое поможет развить, накачать грудь, плечи, трицепс. Угу. Итак, ну что, приступим. Let's go. Да. То есть мы выбираем вначале опору. Если это дома делаете, то это диван, может быть. Где-то на улице всегда вы найдете какое-то возвышение. То есть это будет отжимание. Возвышение. Вот. Вначале мы делаем отжимания с тремя остановками. Руки на немного стороны, локти всегда будут подаваться вперед. И вначале три остановки. Смотрим всегда вперед. Два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сделали. А теперь другие отжимания. Это называется не полуторы. То есть все так же, только с половинами. Вниз, до половины. Образом отдыхать нужно 1-2 минуты, чтобы вот не больше. Вот, и вы увидите, как действительно ваша грудь наливается, руки становятся более рельефными, ну и также прокачивается качество. Угу. Сергей, для девушек тоже рекомендуешь эти упражнения выполнять? Да. У девушек тоже все наливаться будет? Да, да. Не, у девушек наоборот будет рельефиться все. Рельефиться. Да, то, что в принципе многие и хотят. Но парней будет расти за счет повышенного тестостерона в организме. Спасибо тебе большое. Это был Сергей Сапак для проекта «Ты и спорт». Серега, пока-пока. Пока.